вопрос вы задали по адресу. Я, наверное, тот человек, который внес реальный вклад в дело борьбы с коррупцией. Я думаю, что помимо ужесточения наказания, ну, сейчас оно и тоже довольно жестокое, да? Конечно, необходимо, чтобы это все доходило, чтобы это выявлялось, доходило до суда, чтобы, мне кажется, что давно пора создать такой специальный отдел полиции, который подчиняется только президенту, только, и действует, используя самые там легальные, нелегальные оперативные способы. Потому что то, что сейчас есть, этим невозможно. Уходят в глухое, все понимают, что их ждет после. И редко кто идет на то, что признание того, что он дал кому-то взятку. Только такие смелые люди, как я, могут это сделать. И поэтому ужесточать можно, там, запрещать потом занимать какие-то должности и так далее. Но нужно применять уже более серьезные меры.